Куда ушел-то, блядь, чувак? Спокойненько. Ребят, всем привет, как вы сегодня? Я рад вас всех видеть. Каков план на сегодня? Нам надо для разыгровочки поиграем таможку. Я, наверное, сегодня побегаю без этого, без шлема. Да блядь! Так, а вот это что такое? Здесь ЧВКшник, что ли, уже? Бля, ебать, страшная тема. Без тебя, снова стало все хуёво, без тебя. Ага, смотрите, фишечка. Оба, оба, дали? Читертера. Все, сейчас красная карта, синяя карта, черная карта, блядь, зеленая карта, все карты. А, он не пихается в трусы, найс. Ну где карты-то все, блядь? Насмотрелись нахер на эти, нарезки всякие эти, где 100-500, блядь, красных карт, синих и так далее. Где они все? Так, пойдем. Ой-ой-ой, это... Тихо. Еще раз. Ага, и налево. И налево. Ну игра еще в стадии разработки. Вот теперь все правильно сделал. Так, ребят, показываю, внимательно смотрим. Отвлеклись от всех своих дел. Показываю новую комнату, которую вы никогда в жизни не видели больше. Бам! Новая комната. Вы эту комнату никогда в жизни не видели. Показываю. Показываю, внимательно смотрим. Что здесь? Чайник лежит вот. Ну и хуйня, ребят. Еще, ребят, ключик стоит 600 тысяч рублей, блядь, и два у него вскрытия. Куда? Кого? Откуда? Кур, кур, кур. Походу мы никуда не убегаем с вами, да? Вот что значит наткнуться на кудесника и амбассадора Таркова, ребята. Минус 3 сразу же. Мужики, изи, не на очке игра. Всем привет. Так, смотрим. 22 левел. Ну такси, такси. Слабенько, слабенько пока. Так. Вот это уже, ребята, это уже наш мальчик. Кого-то он отработал, походу, да? Бля, я ничего не понимаю, что происходит в этом рейде. Алло, ку-ку, я, блядь, на машине хотел выйти. Так. Злая куничка. Принято. Некуда сунуть Defender, к сожалению. Или есть куда. Вообще, сейчас, если я выиграю в Тетрис, то изи сунуть можно. 13 часов спустя. Все, ребят, все красиво. Две телки, три пива. Москва, спасибо, ты родила сына. Давай, красную карту сюда. Я заебался уже. А, принято, блядь, спасибо. Хуесосики, пиздец. Бля, ебать, трейд, мужики, заряжены. Сюда его, суженый ряжен тупо. О, вот это спаун, это я понимаю, убей. Да ушел, блядь, чувак. Сосать, дырявенький тупо, сосать. Слушайте, а чё, броники реально что ли сейвят? А, ну понятно, почему он плохо стрелял. Это новичковский новичок. Оба, оба скинули, никто не заберет. Спасибо. Все, теперь точно красная, ребят. Ну хотя бы синяя или зеленая, ну хотя бы. Ну, как минимум красная. Во, ну другое дело, блядь. Ну что это за хуйня, блядь? Где мои красные карты? Что, деньги-то есть? Опять денег нет. Когда ты возьмешь деньги на проезд, тиран, блядь? Смотрит, блядь. Чё смотришь, блядь? Тут профессиональные игроки. Тут на эрекции играют, блядь. Да давай уже, блядь, деньги-то свои. Так, я не понял, что ты за дерьмо говоришь мне? А, надо было их сложить. Итак, ребята, кудесник и амбассадор Таркова входят в общаги. А чё это за зажим такой интересный был? Страшный. Вот так вот. 58 левел. Жёсткая ёбка. А я в порядке, и спереди, и сзади. Пляшут, бля... О. 51 уровень, сюда его, мужики. И этого сюда тоже. Так, сюда смотрим, красную, синюю, зеленую карту. Быстро, суй. Я извиняюсь, блять. Я дико извиняюсь, где мои карты? Охуйте. Мотивацию надо поднять. А, понял, блять.
Были бы нормальные игроки, я бы здесь умирал 100%, тут без шансов вообще. Получается, броня реально работает, ребят. Вы знаете, я люблю скидывать новичков, но вот это челы, они не заслужили этого. Поэтому побудут у меня в трусиках. 19 уровень. ЦКС-ка вообще, блядь, 10 уровень. Ну понятно, новички.